Уба Рагнарсон, с тобой тут мне сразу спокойнее. Здравствуй. Брат Волка посулил мне добычу в Эссексе. Как я мог устоять? Здесь мы можем завершить то, что начал 10 лет назад твой отец. Ты готов? Еще как! Я изголодался. Какая славная встреча. Сома, как дела в Грэнта-Бридже? Процветаем, как и в первый год. И все благодаря тебе. Я рисковал куда меньше, чем ты рискуешь сейчас. Спасибо, что пришла на зов. Клятва есть клятва, Эйвор. Мое слово крепче железа. Хотел бы я быть с ним, когда он войдет в чертог Одина. Одноглазого сегодня ждет много хлопот. Я не могу допустить, чтобы брат лежал забытый в чужой земле. Устрою ему достойное погребение дома. Я понимаю. Да хранит тебя Фрея, бродер. До новой встречи. Да, до встречи. Лучше не шуметь. Лагерь теперь наш! Не так уж и трудно, да, Стол? Даже одна смерть — это много. Теперь нужно уничтожить припасы Фулке. Можно жить бок о бок, убивая друг друга с такой охотой. Сильные убивают слабых. Так было всегда. Нет. Мир не может быть так прост. Так не должно быть. Покажи мне.
должны узнать. Гилдефорд, город пахарей и зернохранилищ. Оба где-то рядом. Все готово? В этом городе пахарей и пастухов. Многовато воинов. Судя по одеждам, один из них Тен. С ним опасные люди. Ушли в длинный дом. Попробуем сжечь зернохранилище, не привлекая внимания Тена. Ха! Шутишь, что ли? В бой! Я уже давно не встречал среди саксов приличных воинов. Заметили. Глазами еще не... Потеть не успел. Попотеешь, Порчестере, там саксов хватает. Ловлю на слове. Встретимся в лагере. Фулки берут оружие здесь. Посмотрим, что можно с этим сделать. Сома должна быть где-то рядом. Сома, что здесь происходит?
Разбойники набивают карманы, пользуясь беспорядком в Суссексе. Один к нам нынче благосклонен. Давай сожжем этот город дотла. Фулки больше не получат оружие. Мы можем напасть, но использовать огненные стрелы безопаснее. Подожжем их издали. Пусть бегут, как крысы. Разумно. Я с тобой согласна. Лучники, по местам! Готовься, Эйвер! Они нападут, увидев нас. Нужно защитить людей! Защита нападения. Вперед, бей их! Вперед! Возьмем город! Ну-ка, вместе! Мы справимся, друзья. Я тебя убью. Пришел твой час. Сотру в порошок. Зли меня!
Что ты узнал? В Бригварте много воинов, на реке корабли. Всеми командуют два лучших человека Фулке. Людей Фулке убьем, корабли сожжем. Ослабленные и испуганные саксы не поддержат Фулке. Тот, кто испуган, беспокоится о себе. Мудро. Лети, Сюнин. Делай, как я. Теперь корабли. Мы сожжем их дотла.
возвращаться в лагерь. Только с той стороны.